Привет, друзья, с вами Раш Нарицука. Сегодня мы с вами зарубимся в игру под названием Free on Free NHL Arcade. Как вы поняли из названия, это аркадный хоккей. Он такой юморной, в духе таких игр, как классический NBA Jam. В игре два режима. Режим игры против компьютера и онлайн, против других игроков. Вот. Против компьютера тут просто одиночные сражения, игры, то есть нет какой-то сюжетки или чего-то такого, просто выбираем сложность, выбираем команду, там, противников и погнали. Меня интересует именно онлайн, то есть играть с другими игроками. Вот. И вот можно выбрать быстрый ранковый матч или неранковый матч. Тут правила разные. Давайте выберем быстрый ранковый матч. Я не знаю, что эти ранки означают тут, в принципе. Я уже пробовал пару раз сыграть в эту игру. Так, ну чё? Кто-то нашелся. Кстати, мы гость. Кто противник, я пока не вижу, у него написано ready. Так, ну мы, значит, играем за красную сторону. Так, значит, у нас играет... А кто против нас играет? Я опять же не вижу это. Тут выбор игроков разных идет. Мне, в принципе, я не понимаю, честно говоря, кого брать тут. Я хоккеем не интересуюсь. Вот Малкин тут, да, известный, я знаю, что из наших. Короче, мне пофиг, кого и как. Тут можно менять, что кто-то быстрый, кто-то там медленный, сильный. У меня будут два быстрых, сильный и вратарь. Все, я готов. Так, а это что? Это зачем? Как Reddit нажать? Нет, я не хочу выйти. Я не хотел. Все, пускай быстрый. Все. Можешь старт нажать. Мне предлагают сменить почему-то. Зачем? Все, у меня все выбор. А, адвенс, елки-палки, туплю. Все, ладно. Погнали. Вот управление тут аналогом кататься. Бить. Ладно, в общем, посмотрим, что получится сейчас у нас. В общем, мы играем красными. Насколько я помню, тут игра идет до 10 голов. Тихо! Вот так, шайба у меня. Сразу же шайба у меня. Скоро она будет, наверное, не у меня. Так. Ах, не получилось. Тихо. Тихо. Тут можно финтить вот немножечко. Можно как-то перебрасывать шайбу. Давай. Вратарь, конечно, мощно стоит. Тихо. Перехватываем. Тихо. Давай! Нет, отсюда так просто не забьешь. Ну давай! Ух, тихо! Так. Идем к воротам! Черт! Тихо! Фу! Так, походу, тихо будет мое коронное слово сегодня. Давай, вперед! Перебрас! Ну! Нахрен забьешь там этому вратарю! Стоит как... Железный. Ну-ка нафиг отсюда. Давай. Не, бесполезно, надо его как-то обыгрывать. Вратаря, ну это сложно сделать. Честно сложно. Ой, блин, у меня вратарь уменьшился. Что там кто-то значок, видимо, такой хапнул. Ну, ёлы-палы, куда? У них вообще шанс большой меня забить с таким вратарем. Тихо, не зараза. А, игра продолжается. Тут нет сбрасывания никакого. Сразу же все шайбу выкинули. И все пошло. То есть можно второй гол сразу пропустить было. Тихо. Давай. Ну, забивай. Есть. 1-1. А, так, дальше игра продолжается. Не нужно останавливаться. Я сызываю сейчас. Блин, гол сразу. Как так ты? Что за фигня, блин? А, 3-1, зараза. Вообще беда. Да что, как он забивает? Вратарь же стоит. Ну что за фигня?
Защитник его... 5-1, ну что за... Как он так забрасывает, я не понимаю. Давай, давай. Кстати, надо тоже попробовать так вот как-нибудь его намотать и... Давай! А! Суки, фига я... Да что... Как? Вот жесть, а. Да как он забивает ты? Ну я вратарем подхожу прямо к нему. Ну это нереально. Что надо как-то вплотную подъезжать и фигачить. Да как? Что за... Что за бред? Как так шайба-то пролетает? Где у меня все игроки-то? Выбрасывает шайбу, блин. Ну... Да что это за... Что за бред вообще творится? Я не понимаю. Чего у меня не слушается вратарь? Он ничего не отбивает ни хрена как следует. Ну что, игроки туда-сюда мотаются? Я хочу пас ему дать, а он куда-то в другую сторону переезжает. Да, блин! Да... Давай, вратарь дебил, вообще какой-то. Он половину как бы компьютером управляется. Да не все половины, когда они управляются компьютером, это жесть, конечно. Они тупят вообще по-страшному, они туда встают. Кстати, последний гол мне будет, и я проиграю, кстати. Ладно, первый этот тайм кончился. А тут их, по-моему, может быть бесконечное количество, потому что именно играют до 10 очков. Ну это вообще позор, конечно. Полнейший позор. Вот так вот взять и... Сейчас еще один гол, и все, и конец игры. Идите вон! Всех долбить, долбить! Тихо, ну кто-нибудь там есть на другой... Да что ты? Где вы игроки-то все, я не понимаю, я их не вижу. Они все замерзли, что ли? Уроды! Зашибись! Ты что я делаю? Тихо, тихо, тихо! Ну, ну что? Пас, блин, дал, а? Зараза! Ну! Где шайба-то? Ну, что за жесть творится? Ну-ка нафиг все с моих ворот. А, ни хрена не забивается, сука. Есть! Как-то вколотил, непонятно, блин. Ну, толку-то уже счет, блин. Бешеный просто. Да ну кому ты дал? Давай, сука, катись. Давай! Мочи их! Давай! Что там за гантели? Тут всякие вот эти вот примочки выпадают, короче. Их надо брать и использовать! Дети, вон все! Тихо! Тихо, тихо, тихо! Меня ударили! Блин! Пошли вон! Не давайте, не давайте забивать! Ну куда ты, блин? Ну не видишь шайбу, тебе дали! Зараза! Дебилы! Вратарь! Вратарь! Ну, что такое-то? Блин, ну почему не забили-то? О, у меня здоровый игрок появился! Давай, давай, сука! Нет! Зараза! Все. С позорным счетом 10-2 меня вынесли. Фу, вот такое бывает, друзья. Что такое 3 старс? Это что значит? Ты кто? Что забил, да? Понятно. Да, я готов выйти, а что мне еще делать? Мне вроде никто не предлагает сыграть. Я хочу еще раз попробовать, с кем меня закинет. Я так и что-то не понял, где ник-то был играющего.
кем я играл-то? Вот, Петрелиус какой-то. Ну чё, давайте сыграем. Опять я гость, типа, да. Не, а чё-то... Всё, я готов. Так, ничего менять не будем. Advance, готовы. Он что-то думает. Ага, он меняет. Вон там. Он что-то даже соображает в этом деле, раз он меняет игроков. По технике там. Может, это на что-то влияет здесь, я не знаю, если честно. Для меня это чисто развлекалово. Так, ну и что, где лёд-то? Я не вижу. Что такое? Шайбу еще не выбрал. Офигеть, вот как играть надо, а! Ух ты, блин, уже заморозили. Это вообще какой-то профи, походу. Ать! Иди нахер отсюда! Давай! Ну! Вообще сразу у ворот у моих, короче, началась игра. Ну, блин, нифига, за борт вынесли! Это какие-то, видать, тонарем, каких-то игроков набрал таких мощных. Которые все это могут делать. Ну, блин, да что такое-то? Мочи их, блин! У нас вроде скорость должна быть на первом месте. Блин, жесть. Это сейчас вообще же скачет, что-то будет. Ну, блин, ну что такое-то? Бананов накидали, уроды. Как он так забросил-то? Погнали! Давай! Да сука! Где шайба? Блин, шайбу профукали! Блин! Что это было? Давай! Ну куда ты бьешь-то, дебил? Жестокая игра, блин, жесткая на самом деле. Да вы уроды! Блин, ну что такое? Никогда не стоит это все делать. Здесь значки все эти собирать, которые меня... О! Как я так сделал? Блядь, я тоже что-то взял мощное, чтобы мощный удар сделал. Тут я знаю, что есть значки для мощных ударов. Ну, вратарь, выбрасывай нахрен шайбу. Я не... Это он, кстати, ударил сейчас. О! Да что ты, мать твою? Куда? Ну куда? У меня нервов не хватит на эту игру. Они очень жестко играют. Жестко, очень жестко. Конечно, я много чего, может, не знаю. Чтобы тут правильно играть. Мочите, долбите их нафиг. Схватил гад, а. Вот этот мощный, давай, чувак, мочи их! Да как? 4-0 уже, а чё? Когда успели-то? Мне хоть один-то гол-то им забью, нет! Должен забить! Давай, ракета, мочи! Отнимаю, сволочи! Во, нифига вратарь мощный! Есть, сука! Схватил! Где шайба? Дайте мне шайбу! Давай! Да что за удар-то, блин? Как ты... Как кто так бьёт? Шли нахер отсюда! Хватай! Давай! Ну что это было? Конец, что ли, периода? Счет 4-1. Ладно, продолжаем разговор, сейчас смена сторон будет. Да вот он гад, он сразу же, сволочь такая. Я вот не привык так играть. Убейте его там. Никак не забивается, никак. Куда игрок ты улетел? Хватаем шайбу. Но...
Ну как он будет, а? Ну куда ты поехал, дурак? Там, блядь, кого-то заморозили, блин. Как они все это делают? Они, знаете, снежинки собирают там. У меня времени на это нет, чтобы их собирать. Я только успеваю смотреть. Сука, он что-то выпал, надо хватать. Все, я понял, надо все хватать, все, что попадается на льду. Я просто не успеваю это сделать, и все. Сейчас мне сейчас захерачат гол. Давай. Вратарь спас немного ситуацию. Есть, сука! Ну, это еще фигня, 5-2 счет. Я попал, он должен отыграться. Мы должны отыграться. Как-нибудь, хоть как-то. Сука! Задавите его, блин, ну что вы, не можете. Вот так вот. Вот это по-нашему. Давай! Да блин, вратарь успел, зараза! Давай! Ракету схватил, гад! Давай, да, хватай! Хватай, красный тут! Все, хватай! Есть! Что-то схватит! Они замерзли, так! Ну, сука, пока я смотрю, какая... Вообще-то кто-то мимо, по-моему, замерз, а не они замерзли, ни хрена! О, вратарь мелкий, надо забивать! Давай, давай, давай! Давай! Сука! Да перехватывай гол! Ну! Ай, у нас тоже вратарь мелкий! Ой, жесткая игра идет, жесткая игра! Задавите его! Не дают ничего сделать, твари! Даже пас не могу успеть отдать! Сразу, вратарь! Сука мелкая! Фу, 7-2, блин, ну что за игра, а? Мои игроки дебилы какие-то, они вообще у ворот не крутятся, когда подъезжают, конечно, голы забивают. Они не могут вернуться нормально на поле. Свою территорию, к своим воротам. Ну все, уже 8-2, блин. Вообще ни хера не вижу, тут вообще какая-то неразбериха происходит. Да выбросьте из эту шайбу. Ну куда ты? Опять ее выбросил. Уроды, ну уроды. Набрал команду уродов. Ну еще тут вырос хер. Давай! Давай! Сука, чуть не забили. 8-2. Я даже не знаю, может, на туре надо игроков тут что-то менять во время перерыва. Но... Я не понимаю, кого менять. Погнали, ладно. Опять смена сторон. Этот сразу... Я все забываю, блядь! Напасть сразу же! Ощущение, что он не один играет, мне так кажется, потому что он управляется лучше игроками, чем... Не мог компьютерный так вот хорошо себя вести, успевать! О, вратаря сбили, но оставалось только шайбу закинуть! Давай! Ну, урод! Давай, давай, давай! Давай! Да блин, ловит, сука, все ловит! Забей! Давай! Что за... Так, тихо. Давай! Давай, давай! Да куда ты? Ну вот сбей его, бей! Погнал! Сука! Какие они, сука, хитрые, хитрожопые эти! Не знаю, кто там, с кем мы играем. Ну, блин, ну какие-то вещи происходят непонятные! Ну, началось! Кто это сделал? Какой урод он сделал? Такой удар мог бы сделать. Сука, вот тут бесполезно было уже без вариантов с таким вратарем, когда все защитники куда-то ухреначили и не хотят возвращаться, блин. Это беда полная.
Что я хотел пас сделать. Сделал какой-то проброс непонятным поворотом. Это как бы такой, да, есть вот удар. От этого, наверное, вообще бесполезно, да? Зафинтил меня, урод. Не нахер отсюда. Ну куда ты перехватил, сука? Опять, ну когда он... Эти значки, да где-то падают, я их не вижу вообще, куда эти значки падают. Да блин, вот ударить даже не дают. Ну нахер. Тихо. Да все. Все. Бесполезно. Да и тут игроки сидят прошаренные, блин, уже. Игра-то старая, ей уж, наверное, лет 5, я не знаю. Фу. Поздравляем победителя. Ну, давайте попробуем еще третий решающий сыграть. Бог любит троица, как говорится. Почему это ранковый матч называется? Я не знаю, тут где-то что-то у меня должно присуждаться или что, я не знаю. Так, вот так кто-то там присоединился, теперь я за синих играю, блин. Уж привык за красных играть. Да хрен с вами. Вот тут all around, это что значит? Сильный all around, это типа он по всем фронтам. Ладно, погнали. Ой, там Овечкин, что ли? Противоположной команде. Что я просто не обращал внимания, есть он там, был он там у меня или нет. Сейчас чувствую меня опять. Так. Надо сразу же тоже чувака вышибать, короче. Он меня хотел вышибить. Сейчас перепутаю. Ну давай. Ну шанс был. Давай. Не давай этому вратарю. Ай! Когда не успели взять значок, что мой вратарь уменьшился? Когда? Я даже не видел вообще этого. Жесть какая, а. Так, выстрел пропустил уже первый. Первую шайбу. Давай, ну забей! Ну почему он не забивается, сука? Да, я прыгаю напрямую, но пока начинаешь финтить, ну, если обкатывать пытаешься вратаря, то шайба обычно уже отнимает к тому времени. Да сука, вот у него получилось, блин. Я даже на вратаре не успел переключиться. Да дебил! Блин, не успеваю шайбу взять вообще. Опять мой вратарь мелкий, ну почему? Где они все эти призы берут? Я вообще их на поле не вижу. На площадке, блин. Ну за... Да дебил, почему ты упал? Они, сука, жестко дерутся. Они вообще не дают ударить. Хотя я тоже пытаюсь не давать ударить, но... У меня не получилось. О, пронесло. Ну, это ненадолго, сука. 4-0, блин. 0! Меня все жестче и жестче каким-то игрокам кидают, которые вообще меня уделывают. Ну, давай. Ну, сука, вратарь успевает вот переместиться, вроде смотрит в одну сторону. Перешпасовываю, а он уже смотрит туда. Ну, такому вратарю, думаю, не забьет. Они успевают, вот я уже к воротам подъезжаю, а где шайба, ёлы-палы? Куда он её запульнул-то? Ай! Быстрее! Ааа, зараза! В общем, когда кто-то кого-то бортует, за это дают разные эти плюшки, которые надо еще успеть собрать. А ты вроде в это время за шайбой, а компьютерные твои игроки, они хрен эти плюшки соберут. Ты так плохо бьешь, что сильнее нельзя было ударить. Зараза. Где шайба-то?
Блин, мешаются все под ногами, уроды! Да ничего ж такое-то, а! Капец, мои как овцы какие-то, я не знаю, они вовремя приехать никогда на защиту не могут. Вот сука! Чего толкается? Я не могу, я жму кнопку, он не толкается у меня уже. Позорище! Позор русского хоккея, я точно. Давай! Да, блин, урод, ничего! Есть! Наконец-то, сука, хоть одну шайбу мы размочили. Хоть сухую не проиграем. Эту шайбу надо взять. Давай! Тихо! Давай, давай, давай! Зараза. Овечкин там, что ли? Ну-ка, иди вон отсюда. Да тут надо шайбу подобрать. Блин, вот это он обвел, да, урод. Действительно обвел. Сделал пас. У меня так не получается, у меня как-то они задалбывают просто. Я не знаю, почему мои игроки не успевают, получив шайбу, например, потеряв шайбу, вернуться на защиту ворот. Так, это у нас скоростной или что-то? Да, блин, ну. Давай! Гантели взять. Чего он не берет гантели-то, урод? Ну, вратарь, выйди, завозьми ты свою шайбу-то, урод! Почему игрок переключился на другого, когда я ударил? Я же мог им сейчас добить. Давай, 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 давай. Обходим, обходим, обходим. Ну, мать твою. Ну и где нападение? Все. Кому я пасы давать должен? Надо будет ворот уже было быть. Отлично, заморозили кого-то. Хорошо. Давай! Вот не получается вот такая передача у нас почему-то. Вот медленно как-то она происходит. У них все быстро произошло. Мои же как черепахи. Давай. Давай. Ну, о, хоть забили. Хоть забили, блин. Как щенков вообще. Ну, ракету хватайся, ну ладно. Ну куда ты там ударил, блин? Кстати, где мой игрок? Вы что, а, вон он появился. Хватаем шайбу, все. Будет гад, блин, фанат хоккея, сто пудов упадет. Так. Ну, как дураки крутятся, крутятся тут что-то. Вот, давай, сильный. Но! Чуть не забил я напоследок. Осталось ему две шайбы зафигачить. Ну и удар по воротам, он больше, 44 удара по воротам. 7 пауэрапов, а у меня только один. Ах, как я хреново играю. Ну, пошел нахер. Вот сейчас мы ему сделаем мощный удар. Ну не слушаются ни хрена игроки, блин. Говоришь, он на дно. Бежать надо, вот бежать надо. Хрен ли вы там как черепахи топчетесь? Всех поуваляю, блин. Переведу потом куда-нибудь в низшую лигу. Кому я дал пас, нахуй? Давай! Давай! Уродство!
еще последний гол остался там забить. Не нам. Ну и все, сейчас, наверное, будет последний гол, потому что все защитники куда-то съебались. Я не понимаю, как сделать, чтобы они вернулись нормально. Они что они пасутся там у ворот, если знают, что нам забивают постоянно. Сука, ну бесполезно, бортует и все. Вот сейчас опять он вышел, он постоянно выходит один на один. Наши где-то посередине пасутся, я не пойму. Выпусти шайбу, выплюнь ее нахер. Давай. Где она? Давай! Ну! Сука! Уроды! Уволены все нахрен! Ну что, друзья, это был позор русского хоккея в моем лице. На этом летсплей этот данный мы завершаем. Возможно, если вы захотите, мы еще какие-нибудь матчи устроим, но вы видите, я постоянно всем проигрываю. Это, конечно, стрёмно очень. Не знаю, может, я научусь когда-нибудь в нее играть, но... Если что, оставляйте в комментариях ваш совет, если вы в эту игру играли, у вас что-то получалось. Хотя, как-то до этого я пробовал, один матч я даже выиграл у кого-то, но, видать, он был еще нубее, чем я. Ну что ж, на этом мы завершаем. В общем, если вам захочется увидеть еще подобные матчи, ставьте лайки и пишите в комментариях. С вами был Rush Nanidzuka, до новых встреч!